Не надо нагружать ресепшн всем, что только под руку попадет, да? Вот. У нас, знаете, такой бизнес красивый. Так как подход к мастерам найти не могут, да? Ну, естественно, там, да, знаете, вот это прям продавать они не будут. Ну, ладно, бог ты с ними, там, да? Записывать не будут, бог ты с ними. Главное, чтобы работали. В итоге вся нагрузка идет на ресепшн. Да. А ресепшн, на минуточку, это зона минования.